Петр Порошенко в тройке лидеров по результатам соцопросов. По данным Центра социсследований «София», если бы президентские выборы состоялись на этой неделе, то за главу фракции «Батьковщина» Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,5% опрошенных. Петр Порошенко завоевал доверие 11% избирателей, а 10,7% украинцев отдали бы свои голоса за главу оппозиционного блока Юрия Бойко. Примерно такая же картина по парламентским выборам. Лидирует «Батьковщина» 10,8% опрошенных, оппозиционный блок 10,3% и блок Петра Порошенко у него 9,8%. Если бы на момент опроса проводились президентские выборы, то лучшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко. Указанные претенденты имеют примерно равные шансы попасть в третий тур, поскольку различия в показателях поддержки статистически незначимы. В антирейтинг, по данным Центра «София», попал представитель Народного фронта, министр внутренних дел Арсен Аваков. 82% избирателей не хотели бы видеть его во власти, как и секретаря СНБО Александра Турчинова и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. А кроме этого, 63% выразили недоверие полиции. Я напомню, что всего опросили 1217 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины. Статистическая погрешность не превышала 3%.